Здравствуйте всем. Это супруга Касенова Сабржана, гражданского активиста. Сегодня 30 марта 2022 года. Вот за нами в 10 часов приехала слежка наружная. И уже сейчас 10.3. Так. Сколько сейчас время? В общем, они уже стоят здесь час или полтора и не уезжают. В салоне двое человек, по-моему. Делают вид, как будто бы сломалась машина, они ее ремонтируют. Но причем они так удобно поставили к окнам нашего дома, чтобы было видно и очень удобно наблюдать. Вот делают вид, как будто бы не заводится машина. Но это наружная слежка. Выходят, делают цирк, постукивают по машине. Типа ремонтируют. Вот каждую неделю приезжают. На 2 часа как минимум отслеживают и уезжают. Угу. Типа делают вид, что не заводится машина. Все. Спасибо за внимание. До свидания всем. Спокойной ночи.